Кстати, у нас ПТС меньше в команде. То есть мы получим 26 и потеряем 24 по ходу. Если я не ошибаюсь. Это хорошо. Ну, дайте мне героя забрать. Дайте мне забрать героя, а то у меня начнутся проблемы с восприятием. Сычары пикайте давайте. О, земля рандом, это хорошо. Котел рандом еще лучше. О, Баунти Хантер еще у них, найс. Ща я приду, гайс. Так, я здесь. Кстати, у нас на мину будет даун, скорее всего. Этот Айкватра. Это, по-моему, челик. Если не ошибаюсь. Короче, это даун, скорее всего. Скорее всего, дебил. Кстати, это хуево выглядит. На самом деле, да. Красный шлем не подходит. Можно одну игру побегать, посмотреть, хотя... Не знаю, если бы он был не красный. Это вообще худший шлем. Ну, типа, из этого сета. Из сета брони и накидки. Ну, типа, какой-то хуёвый, реально. Что-то вообще не то. Вот это вот топовый всё-таки. Вот мне нравится шлем. Кстати, вот этот вот дракон из сета нового, он без анимации стана. Поэтому его юзать невозможно. Ну, как невозможно, нет смысла. Лол! Я его завязал! А не, не завязал, все, успел, блять. Фух. У нас Рики в команде. Это печально. У нас Рики, походу, на харде, это вообще забей. А вот и фул фрифарм подъехал для врага. На, кстати, хуёвый пик получается. У нас SF сольёт мид. У нас два саппорта. Хотя нам нужен только один саппорт в этой игре, ну на линии, в смысле у меня. А у нас будет два саппорта у дракона, хз. Я не уверен в этом пике. Лучше пикнули кого-то кэрри и саппорта вниз, а не Рики. И трипла на топе. Мы так не выиграем, наверное. Пойти что ли разведать на топе? Может. 30 seconds to battle. Руну получится отжать, хотя вряд ли. А хотя сюда шторм идет, может и получится, но там бристлбэк получается будет с котлом. Да, лучше не пойду туда. Пусть не делают ФБ на шторме. Если, конечно, не получится. I need no steam. Who
Должна получиться, на самом деле. Да, ФБ есть. Изи. Только СФ почему-то решил не убегать от Сикера, а драться стало, я не знаю почему, по-моему, супер ошибка. Yes. 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 ГГ. Походу проёб игры, я так понял. By my blade. Ау, я не добил этого крипа. Ебать. Бля, ну почему? Ну как же сложно? Урона вообще нету. Что за герой, блядь? И придется еще стик покупать, потому что... Ну, челик с иголками. Стик обязательно покупать, как только так сразу. Бля, Вич Доктор, пожалуйста. Не мешай крипов добивать, мне так очень сложно. Бля, ну как этих крипов добивать без топора? Ну это невозможно. ГГ, я еще проебал. Эпик. Фраг не получил, ману проебал. Ну ладно, убили хотя бы. Ну блядь, ну как без топора крипов добивать, ну как? Как? На... Посмотрите на этот урон. Где урон? Сефа 0-2. Ну я знал, что это уебан. Но, как бы, я сразу сказал, что это уебан, и тут было понятно, когда он не убегал от Сикера. То есть он решил, что будет умирать 100%. Я не знаю, почему так решил, по каким причинам. У Стикера нет никакого МС на первом левеле, но он решил, что будет умирать anyway. Бля, зря я ударил, получается. Мне его не убить. Только крипов проебал опять же. Зачем он пытается с ним драться еще? Я очень много крипов проебал в начале, это пиздец. Не пошло все. Все началось с того, что я не добил крипа огнем, самого первого. Вот. Когда не добиваешь первого крипа, то всегда минус мораль. И игра идет хуже. Первый крип очень решает много в плане морали. Прям дохуя. Ну, пока вроде все стабилизировалось. При слабака нету, пока он прет, у меня уже будет 5 левел. Стик есть. Все хорошо вроде. Будет уже пояс силы, 5 левел. Пояс силы есть. А, так он даже на базу не ходил. Yes. Не добил. I need no skin. Будь себе мусорная сафия. Походу он умер. Только фраг опять лечит доктору, а не мне. А не мне, нихуя себе. Я рассчитал на изичах. Хотя я вообще не понял, как так получилось, но повезло.
Бля, я хуёво прожал. Ладно, не важно. Я стики прожал на ПТ на инту. Супер ошибка, но... супер ошибка в скобках нет. Потому что ничего не решила, значит уже не ошибка. Поймаю там Бладсикер на фул фарме врагов. Печально. Сефа 0-3. Но он должен умирать снова. Он погиб. Он не может выжить. Правильно? Правильно. Я умер, кстати. Блять, Бладсикер. Нужна помощь 24 на 7. Бладсикер отожженный, он же во фул фарме стоял. Теперь еще шторм меня будет гангать. Теперь у меня итемы не скоро будут явно. Он его убьет или что? Найс. Ха! Помощник, блять, от царики. Надо ТП носить в этой игре, наверное. Против Бладсикера важно. I'll melt this arm for honor. This for the leader, Allah. Yes. By the honor of the ancient. Over here now. I'll make it up for fine powder. Who calls the dragon? Oh, look at it go! Я мог шторма убить, но я ошибся. Ладно, не важно. Убью Баунти Хантера, тоже хорошо. Ооо, я умер. Хотя нет. Да. У меня были стики, но я их не прожал. О, ну это бы ничего не решило, походу. Хз. Или бы решило. Или я... Да, я, наверное, даун. Хотя, бля, не знаю. Не знаю, я бы убил шторма или нет. Со стиками. Ну хуй знает. Я был занят, я думал покупать ли шмотки для армлета, вот честно. Я не смотрел даже на стики, потому что я думал, покупать ли шмотки для армлета или все-таки ничего не покупать. И фастдаггер, как обычно, делать. Задашь, короче. У меня 2-2-5, в принципе, я дохуя делаю в этой игре. Вич Доктор очень хорошо играет, кстати. Ну, у него 6400. Он шарит. Это явно. Вроде бы надо ТП-шку иметь, но мне жалко. Anyway, у меня скоро даггер должен быть, не хочу откладывать ТП-шки. Если смысл огонь сейчас юзать, в принципе, есть. Нет смысла ТП-шку сейчас брать, нас тут трое, мы будем anyway драться толпой. Я ТП-шиться не собираюсь. The enemy's top tower is falling. А, на меня кинули, лол. Я даже не видел, что я бегаю под котлом. Dragon
Что изи, блядь. Главное, чтобы Бацука нас не убил сейчас. Он, Бацука, бежит. Ебашь его! Моё! Ебать, это ебашь его! Это мы повыносим! Просто вынесли мусор командой. Это мы их вынесли. Эпик. Где курица? Я лети сюда. Yes. Так, у меня даггер плюс перчатка скорости. Найс. I need no steam. Ah, a blue dagger. I'll not your skull. Yes. Там когда драка, по-моему, я должен спешить на драку. Я умер, охренеть. Нет, я жив. Все живы. Эпик! Всех убили! Ну, почти всех. На! Стан кинь! Here, catch! Easy! The dragon waits. Не, на базу. Почему команда никто арканы не собирает? ВД, СПТ, транквилами. Аркана сейчас наоборот охуенная, они всего лишь 900 золота, энерджи бустер стоит. Аркана супер. Блять, ни у кого аркан не будет. Wimblade. Да, мы можем Рошана, в принципе. Там желтый был. Почему Рики пропустил желтого? Ебать, Рики дал. Интересно. Yes. Там синий был или еще? Там, я синего видел. Фиолетовый еще. Он синий. Бейте синего. Найс. I'll melt your skull. Курица, давай, Анин, иди на базу. Я жму рецепта. Your bottom tower is under attack. Yes. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Easy. Солянова. Что я вообще по дракону угорел? Я им такой гейминпак делаю. Я просто. Я настолько жесткий гейминпак в этой игре сделал, вы себе не представляете. Я столько в этой игре сделал, я еще столько никогда не делал на драконе, наверное. Как в этой игре. Это просто нереально много, я все сделал. Просто, блядь.
Я эту игру, блядь, пиздец. Ну, Вижидоктор тоже молодец. Вижидоктор реально красава. Ой, я с ней смог блинк сделать, бега. Мне надо отойти куда-нибудь подальше. Под кровью постоять. To battle, a gift from the tempest of battle. Our shields shall clash. Who calls to Dragon Knight? Not yet. Yes. А, стаки зафармить заодно пока. Что он тут делает? Roshan has fallen to the dark. Your middle tower is under attack. Fly by night. Зачем без меня драться? Инфа засекречена. I need no steed. The dragon wakes. On. Under the weather. We cross. Зачем они без меня дерутся? Что за супер ошибки? Убей же его, блядь. На мне кровь. Найс. У меня когда даггер, когда дракон, ничего не могу сделать. Побачня. Да-да, что там, коцаешь! Коцаешь, проверяй! Пиздец! Эта игра так просто гайд на дракона, парни, я вам точно говорю. Просто гайд. И гайд на Вич-доктора, если честно. Помощи не намечается. Надо убегать. Если на меня ксикер кинет свои скиллы, будет плохо. Это гайд на Вич-доктора и гайд на дракона. Это просто лучше играют на своих ролях. Лучший Вич-доктор и лучший дракон. Я его команду. Что там, блять, я не хочу знать. А сделай гримс. Я не тут просвета, нахуй ты, блядь, ДЦПшник. Ничего не понял, короче. Я ничего не понял, что произошло. О, фарм. Фармиссимо. Я когда на даггере? Не успею. Attack.
Надо было бы хач что-то делать, но, короче, хуйня. Почему я не могу никогда итем принести? Всю жизнь, блядь, одно и то же. Блядь, как от этого увернуться? Он задул просто идеально. Enemy's bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Надо мид пойти, кстати. Your top tower is under attack. You fought and died with honor. Your top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Не коцает вообще. Надо убить раньше барака и убегать, наверное. Ну, убили раньше, найс. У меня уже ПКБ скоро. Сейчас надо Данилыч найти в лесу. Меня убить хотят тут по трекам. Ой, сейчас какой-то бежит уже. В принципе, ты можешь пойти стакать. Ты не успеешь, походу, или успеешь? Сука, как же я перепугался! Стакни хотя бы перед смертью. Верьте, Дженки! НАА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 А Засолено! Эпик! Вау! Ебать, парни! Я лучший! Я лучший! Да то я эту игру просто... Это просто гайд. Вич Доктор, Дракон, мы вдвоем просто. Где у меня человек делся? Что там делаете? А, вы видите, вы не можете добить? Ну ладно, ничего страшного. Интересная инфа, сэр. Сейчас, сейчас сдохну. О, БКБ прожала само по себе. Класс. Всегда радует. БХ, ты там в лесу опять меня ищешь? Или как? Что, что у меня БКБ нету? Не меня в лесу ищет в своем. Yes. Они меня ищут в своем лесу. The dragon wakes. Swift. Dragon to the fray. By the shield of Slayer, my armor grows stronger. Yes,
Ну все, мы сейчас закончим. Они никак не могут дефтить. Пизда вам, челики. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Куда? Ты куда ворвался, дружок? Godlike! Ну, монолит ебаный. Здорово, очередняра! Что за помойка? Да это я его застаню, блядь. Я думаю, надо убегать отсюда. Солянка. Ну а Сэф этой игры нихуя не делал особо. Он даун, мне кажется. Давай добьем. Не, ну как нихуя не делал? Он правильно все с командой бегал, но... Выиграли игру мы с Вич Доктором. Сюда! Нет, не сюда. А мы умерли все, все команды. Ну похуй, не страшно. Главное, добил раньше Ракс. Изи. Ну, одна смерть на КДА типа повлияла, незачем было так делать, но это похуй вообще. Легкая игра. Когда 6400 челик саппортит. Привет. Что там делаешь, блядь? Шторм. Рофлишь, что ли? The dragon wakes. I thank you from the bottom of my soul. By my blade. I'll not your skull. Пусы, парни, что не фармите свой лес. Не надо. И еще древних, и будет муншард, в принципе. Бристлбэк, походу, приехал на топе. А вот и муншардачи подъехали. Кайф. Пойду что ли БХ состаню? По фанчику. Оп, 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 оп. Нет. Кстати, у него эти ворота. Интересно.
Интересно. Who calls the dragon? Пиздец, у ворота не дают вообще убить никого. Ну, соло крест, в смысле, броня у ворота. Жестко. Подохни, очередной! Легкость бытия! Кайф. Еще одна победа! Не прощаю на драконе. Зап! Подарили красава. Впрочем, как и я. Одинаковый счет, смотрите, одинаковый. Эпик. Факту имеем сколько уже? Смотрите на мою страницу, дракона. Три только поражения, остальное все победа. 10 побед. 10 побед, 3 поражения. На этой страничке вообще кайф. 5 побед подряд. Хе, хорошо. Стрикую. Стриканыч. Да. Мне теперь снова интересно плейлич, по крайней мере. Охуенный герой. В скобках нет. Кайф.